Оплот Дарука. Особая сила воина Дарука, которая защищает вас от вражеских атак. Линк. Что? Линк. А? Линк. Что тебе надо? Спасибо. Ты вернул чудищ на нашу сторону и освободил души воинов. Они будут ждать, когда ты вступишь в бой с Ганоном в замке Хайрул. И я. Я тоже буду ждать. Ну чё? Надо спасать принцессу, да? Но прежде нам нужно вспомнить все. У нас еще есть парочку воспоминаний, которые мы еще не вспомнили. Где наш альбомчик? Вот он. Итак, смотрим с тобой. Первый... Оу, помотал, как я. Первые четыре воспоминания мы вспомнили. Также у нас есть вот это воспоминание. Предпоследнее. Это самое первое воспоминание, которое мы с тобой видели. Получается, что я еще дофигище еще не вспомнил. То есть у меня огромные пробелы в моей памяти. Что ж, будем эти пробелы восполнять. Начнем мы вот с этой вот фоточки. Получается, это где-то тут недалеко. Я даже могу предположить, где. Сейчас мы туда и направимся, прямиком. Но сперва нужно подойти к нашему старейшиному и поболтать с ним. Рассказать, какие мы крутые герои, что мы спасли Варуданию от сил Ганона. Здорово, дедуль. Здравствуй, юноба мне обо всем рассказал, ты молодец. Я и представить не мог, что ты справишься с Руданией. Порадовал, порадовал. Жаль, что у меня спину поздно отпустила, а то я бы тоже из пушечек пострелял. Теперь ведь горны решат, что мне просто ничего не хотелось делать. Зато благодаря тебе юноба кое-чему научился. Теперь я им даже немного горжусь. Ну да ладно, взгляни-ка вон туда. Чудище Варудания угомонилось. И теперь мы можем возобновить работы на Горе Смерти. Ах да, надо тебя отблагодарить же. У меня дома лежит великолепный меч, которым когда-то сражался сам Дарук. Возьми, я уверен, что он тебе пригодится. Я тут подумал. Ты хайлиец, значит, ты должен знать про сокрушитель зла. Так называется меч, который был у воина хайлийцев во время событий столетней давности. О, да у тебя и так уже есть неплохой меч. Знаешь, ты очень похож на нашего великого воина. Чудище Варудания выполнено. Эх, старейшина, старейшина. Он даже ничего не заподозрил. Да уж, старость не радость, глаза тебя уже подводят. Ну, а мы с тобой взбираемся наверх, там, где мы видели с тобой эти, как их там, колесницы, хотел сказать, вагонетки. И эти вагонетки нам, по крайней мере, я так думаю, помогут в нашем путешествии. Итак, одну вагонетку мы с тобой нашли. Очень было много комментариев о том, что, мол, вот сюда, где решетки, нужно кидать телебомбу, взрывать ее, и вагонетка покатится. Но нет, не-не-не, чувак, так не прокатит. Ввиду того, что я нахожусь очень близко к бомбе, меня просто откинет и задамажит. И я к чертям вылечу с вагонетки. Самый актуальный вариант — это просто использовать, как и многие тоже писали, стазис. Сейчас мы развернем вот эту вагонеточку. И посмотрим, куда вот эти самые длиннющие рельсы ведут нас. Все, вроде должны катиться. Я даже присяду на всякий пожарный. Угу! Вот это скорость! Интересно, куда же мы докатимся? Надеюсь... А, все тут, стоп. Ну вот. Блин, надо вагонетку тогда спустить вон туда вниз, смотри. Вон по той дорожечке. А там, кстати, есть вагонетка? Ну-ка, поехали на ней, прокатимся. Так. Ну, разворачивать я ее не буду. Думаю, задом тоже прокатит. Поехали. Все готово? Помчали! Ну да, задом тоже, в принципе, ничего так. Да, единственное, что нас ненадолго хватило, но ничего. Ой-ой, кажется, мы обратно катимся. Не-не-не-не-не, назад нельзя. Так, первый пункт. Что у нас тут? Тут можно было сойти. Мы сейчас, в принципе, это и сделаем. Посмотрим, что у нас тут.
Тут прям есть дорожечка. Есть еще одна вагонетка. Что очень прикольно. Эту вагонетку мы, конечно же, снимем, чтобы она у нас не укатилась куда-нибудь или ее кто-нибудь не призывал. А то как же я потом буду отсюда выбираться? Хотя тут запасная есть, но ничего. Пускай вот так полежат. Сходим наверх, проверим, что там. Здесь у нас опасности. Где моя ледяная стрела? Блин, ледяные стрелы закончились. Придется драться. Или просто вот так вот. Вот так вот сейчас. Тихонечко. Обойдем. Блин, спалились. О, нифига себе. Оплот дорога меня защищает. Прикольно. Ну вот, вот, в принципе, куда ведет эта дорога. Еще не до конца, конечно. Можно пройти вон туда, в пещеру. Точнее, в арку. И мы куда-то попадем. Ого! Смотри, что нашел. Тут, короче, горячие черепки. Есть вот эта фигня задувающая. Сейчас мы в нее телебомбу кинем. Давай, засасывай. Блин, зачем я положил телебомбу? Надо же ее закинуть. Кстати, учитывая, что вот эта штука зажевывает телебомбы, как насчет того, чтобы бросить ему какое-нибудь оружие? Оно же, по идее, должно залететь ему в пасть и проткнуть его. Сейчас проверим. Вот, например, вот этот вот огромный ржавый клеймор возьмем. Просто капец, насколько он ржавый. По-моему, он сейчас сломается. Мы сейчас просто возьмем и попробуем его закинуть. Достаем. Так. Готовимся. Лови! Блин, не докинул. Ладно, возьмем еще один. Попыточка номер два. Он засосал его! Он засосал меч! Что-то произошло. Он выплюнул! О, больно как! Он выплюнул! Нормальный меч! Ты посмотри, боевой клеймор! Он целый! Целехонький! Офигеть! Он его очистил от всей ржавчины. Ты глянь только на него. Прикольная штука. Вот почему здесь куча ржавого оружия. Типа кидай в него, и оно очистится. Это, конечно, все интересно, любопытно, но мы идем в эту арочку. Посмотрим, куда она ведет. Кстати, говорили про фосфолитовый костюм, то что если его одеть, то тебя не будут беспокоить скелеты. Сейчас мы это проверим. Ненадолго, конечно, потому что я могу в этом костюме загореться нафиг. Но мы проверим. Итак, вот я переоделся, и нифига, они бьют меня. Они обалдели. Я типа свой, но нифига. Ой, куда это я зашел? Кровавая луна. Снова наступила кровалуние. Линк, будь осторожен. Ох, сейчас будет потненько. На кой черт я сюда заперся? О, какие там кости огромные. Там дракон, смотри. Вон дракон летает. И он огромный кости, офигеть, огромный. Это что за существо там такое было? Короче, полетели вон к тому большому скелету. Мы там все посмотрим с тобой хорошенечко. И потом вернемся обратно в деревню. Ведь я забыл у старейшины в сундук заглянуть. Мы прибыли. Огроменные кости. Но я так понял, тут ничего такого интересного. Хотя нет, там что-то есть. Там вон злыдни сидят. Элдинский скелет. Как его прозвали-то? О, ты грянь, какой меч! Ёшки-матрёшки! Капец, какой он крутой! Так, мне нужно вот этот меч выкинуть. И мы его выкинем вот в этих чуваков. Блин, не докинул. Ладно, этот заберем. Большой меч пламени. 34 урона и повышенная прочность. Древний волшебный меч, выкованный горнскими кузнецами в огне горы смерти. И если лезвие светится красным, при взмахе меч выпустит огонь. Вау! Чума, ну-ка пойдем подеремся с ним. Хотя нет. Хотя да. Я думал, что он нас не запалит, и мы подкрадемся. О, у него тоже какой-то огненный меч. И он щитом. Что-то произошло. А, меня бахнули. Даже оплот дорога меня не спас. Так, мы выбили щит, это хорошо. Надо теперь выбить меч. Меч, выбей. Блин, как тяжело драться этим мечом. Выбили меч.
Все, мы его замочили. Подбираем меч пламени. Волшебный меч, выкованный в жерле горы смерти. Вспыхнув полностью, лезвие оставляет в воздухе яркий огненный след. Прикольно, у меня теперь есть огненное оружие. Давай-ка мы его возьмем сейчас в руки. Потому что я привык бегать с щитом. Так, клеймор этот пусть тут валяется. А мы сейчас аккуратненько подкрадемся. Смотри, какие бокоплины белые. Я таких ранее не видел. Тихонечко подкрадываемся. Получай! Блин, все проснулись, правда? Ой, как их много. Ладно, будем биться. Нифига себе, меня как жан... там лучники, валим! Валим! Ах вы лучники. Капец. Короче, ладно, свистнул я огненное оружие и думаю, что пора отсюда валить. Паркурим. Попаркурили отсюда. По скелетику огромному. Все, выбрались. Ладно, возвращаемся, короче, к нашему старейшине. Линк. Линк. Опять ты. Линк. Ну, я и слышу тебя, говори уже. Тебе пришлось пройти длинный путь. И ты многого добился. Рута. Рудания. Медо. Наборис. Все чудища освобождены. Теперь, Линк, ты готов пробудить дремлющие в тебе силы. Отправляйся в святилище жизни и вставь камень Шика в терминал. Опачки, овощи. Мне об этом писали комментарии уже неоднократно. И вот, ой, надо прятаться. И вот, наконец-то, сама Зельда мне сказала, что пора бы тебе уже туда вернуться и вставить камень Шика. Наконец-то мы это сделаем. Так, вот он, дом старейшины. Забегаем, и тут где-то должен быть сундучок. Вот он. Он прям тут на пьедестале. Открываем. Скалобой. Ну, такое себе оружие. Зря только возвращался. Давай вновь поедем на вагонетки. Только уже в этот раз подальше. На удивление, вагонеточка нас тут уже ждет. Хотя я ее в прошлый раз снял. Катимся в этот раз дальше. Итак, смотри, какие там горочки мощные. Но, блин, жалко, постоянно нужно стазисом подгонять эту вагонетку. Так, приехали еще куда-то. Здесь святилище есть. Где-то тут неподалеку. Мы почти доехали. Прямо к святилищу. Вот оно где, оказывается, спряталось. Здесь тоже есть вагонетка на всякий пожарный. Святилище Шороха. Ну, пойдем взглянем на него. Оу, как здесь потненько. Ну, кстати, тут и вода откуда-то льется на лаву. Фига себе, какие шипы. Синий огонь. Ладно, тут надо будет поаккуратненько. Нет, так не прокатит. Значит, нужен магнезис. Магнезис, там сейчас это все дело поднимем. И оно пойди... Ага. Ага. Тогда нужно очень быстро действовать. Вот так вот. Фух. Пронесло. Здесь есть факел. Куда нужно донести синий огонь, чтобы открыть вот эти вот дверцы. Пойдем наверх, посмотрим, что там. А там у нас ящичек. И здесь у нас ящичек. Подтягиваем платформу к себе. Делаем лесенку. А вот и, собственно, сам факел. Отлично, только у меня нет места. Вечные проблемы с этим местом. Чтобы выкинуть. Давай вначале мы вот сюда слетаем. Посмотрим, что тут. Королевский лук. Очень замечательно. Теперь поджигаем факел. И тащим его туда. Что ж, пойдем посмотрим, что там. Здесь у нас водичка. А это означает, что мы можем этим как-то управлять. Прям видно, что это краны.
Давай попробуем магнезис. Нет, стазис. Стазис, да. Вода прекращает. Хм, для чего нам это интересно нужно? А, все понятно для чего. Чтобы протащить факел. Ну хотя мы тут можем спокойно пробежать. А вот здесь у нас уже сложности. Че если я пробегу вот так вот? О! Смог! Включился лифт. Поскольку лифт... Ой-ой-ой, загораюсь. Поскольку лифт у нас вон там, а мы здесь. Единственный способ, который я вижу, это при помощи лука. Поджигаем ее. И пробуем. Сейчас! Есть контакт! Сразу же, моментом! Вот и поднялась лесенка. Теперь мы знаем, как туда пробраться. А пробрались мы как раз-таки к сундуку. Что же... А, это не сундук. Это кнопка. Ладно, встаем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стой! Стой-стой-стой-стой-стой. Как насчет тебя откинуть в другое местечко? Вот так вот. Фух. Пронесло нас немножечко. И вот, в принципе, мы почти подошли. Нет, не почти. Ё-моё! Мне нужен щит. Срочно. Так. Ну давай, стреляй в меня. Получил? Толстый. Кто следующий? Давайте по одному. Как мне это нравится. Прям как в Звездных войнах. Только вместо меча я использую щит. Ну давай, стреляй уже. Чучело. Железное. Вот и все. Вся проблема. Я даже не спотел, ничего не делал. Просто щитом укрывался. Что у нас тут в сундучках? Большой меч пламени. Дальний бросок увеличен. А-а-а, как это все здорово, но места у меня для него нет, как обычно. Че выкинуть? А, вот эта штука у нас уже поломана. Тогда ее и выкину. А тут, я так полагаю, либо щит, либо лук. Не, древнее суперядро. Хм. Нам нужно, чтобы эта платформа поднялась, и мы подожгли себе факел. Есть. Бежим. Поджигаем. А там еще три факела. Ху-ху! Сколько огнева будет сейчас. Так. Теперь этот зажигаем. А-ха-ха, не так-то все просто, ладно. Стазис. Быстренько поджигаем этот. И теперь вот этот. Есть! Оу, сколько здесь воды. Ну это капец. Это капец, конечно. Я так полагаю, что тут нужен точный выстрел из лука. Сейчас мы это попробуем реализовать. Ой, ну давай. Получится не с первой попыточки. О, получилось! Меткий глаз! Перелетаем вот сюда. Так. Вся проблема в том, что нам тут тоже нужен выстрел. Пуляем туда. И здесь тоже сложности. В общем, нужно на этой платформке сейчас просто прокатиться. Вот тут вот есть поток ветра. Вот так вот сейчас спрыгиваем. И к сундучку. Интересно, что тут. Серебряная рупия. Как мы, значит, с тобой действуем? Действуем по-простому. Берем, перекатываем эту всю штуку вот сюда. Давай. И просто из лука лупим. Так. И вот отсюда стреляем. Вот и все. Перебираемся сюда. А, нет, подожди, там он сундучок я запалил. Сейчас мы его посмотрим. Прям так спрятался тут за кутком. Лесной меч? Это деревянный меч, изготовленный для людей короками. Предназначен главным образом для самозащиты. С ним удобно прорубать путь через заросли. Фига себе, и такой даже меч есть. Но брать я его не буду. Значит, летим сюда, и там нас встречает... О, да. Наши любимые чудики-юдики. Которых...
которые сейчас должны постараться сами себя подстрелить. Ой, нет, они не будут стрелять. Они хотят меня бомбануть. Берем тогда наш меч. Высший меч. И сейчас покажем. Вот один, кстати, попал в себя, смотри, в башке не выстрелил. Давай еще стреляй. Давай, 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 давай. Красавчик. Самоуничтожение происходит сейчас на ваших глазах, дамы и господа. И последний раз, давай, стрельни, пукни. И что там делаешь? Красавец. Просто красавец. Эй, Чунгачкуки. Пришло ваше время разобраться с вами. Один готов. Ну, с мечом, конечно, все это быстрее происходит. Шестереночки собираем. Еще один сундучок. Блин, капец, вот это святилище. Столько сундуков, столько задачек. Ледяная стрела. Пригодится. Не припоминая на своей памяти такого замороченного святилища. Это первое, по-моему. Значит, поджигаем факел. Теперь нужно грамотно здесь все поджечь, да? Ха-ха-ха, как мне это сделать грамотно? Да уж. А что, если я сюда телебомбу, например, поставлю? Может быть, она как-то зажжет? Телебомба, между прочим, обладает таким же сиянием, как и вот этот синий огонь. Нет, так не прокатит. А если я эту телебомбу... О, нифига себе, она от огня как бомбанула. Да, это было больно. Так, что же делать мне? Как мне решить эту головоломку? Я знаю, знаю, знаю. Но не факт, что у меня это получится. Да, блин. Попыточка номер два. О, как! По грозоте все вышло. Правда, со второго раза, но ничего. Ну что ж, мы усмирили свое любопытство. Давай теперь отсюда выбираться. Колесницу нашу кто-то уже спер. Поставим вот эту здешнюю. Тоже задом наперед, нам не важно, как ехать. И сваливаем отсюда. Теперь нам нужно найти воспоминания. Все, кажется, я нашел. Нашел эту гору. Вот, она прямо на нее и лечу. Мне кажется, что воспоминания находятся именно там. И что? Где-то же тут должно быть воспоминание. Вот оно! Я нашел его. Замечательно. Рана не глубокая, но все же. Зачем? Ну зачем нужно было так рисковать, скажи мне? Да пойми же, Линк, ты не бессмертен. Ужасно. Монстры в последнее время нападают все чаще и чаще. А теперь еще и эти появились намного сильнее. Неужели... Это значит, что он все-таки придет, что он уже близко. Ладно, пора идти. Надо готовиться к худшему. И надо сделать все, что в наших силах. Все.